Любовь к братьям нашим меньшим порой не знает границ, но все же имеет разумные пределы. Однако популярная американская рэперша Азилия Бэнкс посчитала, что выкопать своего покойного кота из могилы – неплохая идея. Таким необычным образом чернокожая хозяйка умершего котика по имени Люцифер хотела увековечить его светлую память. Люцифер. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона. Написала Бэнкс в Инстаграм. Весь процесс варки мертвого питомца Азилия запечатлела на видео, которым и порадовала подписчиков своего микроблога. Как выяснилось, среди паствы музыкантши оказались и люди с не такой уж крепкой психикой. Дошло до того, что звездная повариха начала оправдываться перед возмущенными фанатами и даже удалила шокирующий контент со своей страницы. По словам Бэнкс, она не собиралась есть своего кота, а просто хотела сохранить его череп на память. Кроме того, рэперша напомнила возмущенным подписчикам, что охотники веками сохраняли черепы животных в качестве памятных сувениров и даже развешивали их на стенах.